Привет, меня зовут Марина Лордова, и простите за долгое отсутствие, но в общем я снова берусь снимать для вас видео. Сегодня я хотела бы с вами поговорить о тех фильмах, которые я недавно посмотрела, а именно «Братья из Гримсби» и «Очень плохие мамочки». Ну и хотелось бы начать с фильма «Братья из Гримсби». Он принадлежит к таким жанрам, как боевик, комедия, приключения. Вышел он в 2016 году. Скажу сразу, что смотрела я его для того, чтобы поднять себе настроение. И в принципе это получилось. Некоторые моменты меня немного смущали, потому что они были немного пошлыми. Но если вас это не напрягает, то вы можете его смело смотреть. Также могу сказать, что фильм с глубоким смыслом. Казалось бы, что в нем глубокого? Обычная комедия, так еще и с пошлятиной. Но он повествует о том, что семья — это всегда сплочение, какими бы ни были два брата. И да, там говорится о двух братьях. Один из них является тайным шпионом, а второй — обычным быдло. Но тем не менее, к концу у них все получается. У них получается сплотиться. А каким способом, смотрите сами. Следующий фильм, о котором я хочу с вами поговорить, называется «Очень плохие мамочки». Он также вышел в 2016 году и был снят в США. Фильм повествует о жизни четырех героинь, которые являются матерями детей-подростков. Но в один момент им все надоедает, много проблем, и они решают расслабиться, начав разгульный образ жизни. Несмотря на то, что фильм является комедией, я увидела в нем и глубокий смысл. Мне кажется, он заключается в том, что все мы не идеальны. И даже тот, кто называет себя идеальным, порой имеет большие проблемы. Но в фильме много шуток. И действительно качественных, смешных шуток. Поэтому я советую вам его посмотреть. На этом видео подходит к концу. Хотя нет, не к концу. В описании есть ссылка на мой Ask, на котором вы можете задать мне любой вопрос. А я буду рада на него ответить. Ну а теперь пока!